Давайте вспомним. В какой-то момент, в далекие 90-е, мы решили, что город дозволено убивать. Мы не делали этого сами, но позволяли другим. Мы молча смотрели, как уничтожают его историю и архитектуру. Признаем, мы к этому даже привыкли. Привыкли, что от рекламы и вывесок забивались глаза. Привыкли, что город заслонили пластиковые торговые центры. Невозможно перепутать Флоренцию с Барселоной, даже если ты там никогда не был. Не спутаешь французскую деревню с голландской. Все потому, что в этих городах сохранена их собственная идентичность. Тула потеряла идентичность и почти что потеряла себя. Время изменилось. Вернулось чувство гордости за страну, за себя. Тула преображается на глазах. Проект губернатора Алексея Дюмина «Тульская набережная» — это не просто большие стройки. Это маркировка Тулы. Маркировка как центра всего нового и прогрессивного в Центральной России. На наших глазах производится новый архитектурный код города. Исторический процесс формирования нового образа Тулы — это сумма мнений жителей города и политическая воля руководства области. Такое преображение — это не просто урбанистический проект. Это знак накопленных сил. Это символ возвращения к исторической Туле. Добро пожаловать в Тулу 2018. Добро пожаловать на Тульскую набережную.